Друзья, как вам такое мясо? Дары природы. Вот такая отбивнушечка у нас имеется. Сейчас порежем на стейки. Примерно вот так вот. Такой вот ширины. Вот так до конца чуть-чуть не дорезаешь. И вот так срезаешь. Вот такие биточки получаются. Вот, видите? Такая красота получается. Вот это вот не нужно. Вот так раз. Раз. Почти до конца дорезали и вот таким образом сняли. У нас получается вот такой вот чистенький красивый биток. Дальше жарим, маринуем, парим, варим, что хотим, то и делаем. Такая красотка. Это у нас свиночка и такие биточки. Да, меня милая шашлыка попросила пожарить ей с подружками, поэтому припахала, получается. Да, дорогая моя? Угу. Вот так и будем кушать. Такую красоту, гляньте. А? А? Сам бы ел. Да денег нету. Это верхняя часть. Мы ее просто сняли. Сальная немножко свинка. Ну, а здесь кусочки мяса. Это вот для шеечка под горок. Можно посрезать и на кусочки порезать на шашлычок. Либо же отварить на супчик. Приятного аппетита!